Во Владивостоке в театре имени Максима Горького стартует новый сезон. Гастроли в Беларуси прошли успешно, а лето почти закончилось. А значит, пора открывать новый сезон. К работе в театре уже вовсю готовятся новые актеры. После работы в прошлом театре достаточно необычно видеть такое большое количество людей и такой большой дружный коллектив. Насчет предстоящей работы в большом ожидании. И очень хочется уже приступить к вводам и к новым спектаклям. Я в большом предвкушении, потому что мы к этому шли 4 года, учились, и сейчас скорее хочется уже окунуться в эту атмосферу, первые вводы, первые спектакли. Это всегда очень волнительно, но я думаю, будет очень захватывающе и интересно. Работы, скажу, много. Очень тяжелая работа. И уже, так сказать, новому актеру, молодому, уже есть какие-то роли, причем их не так уж и мало. И я думаю, что мы со всем справимся. В институте было одно, более легче. Как говорят наши мастера-педагоги, что тут обучение продолжается. Поэтому, так сказать, я продолжаю свое обучение здесь, только уже на более высоком уровне. И надеюсь, что ребята мне помогут, актеры. Ну и зритель своими аплодисментами докажет, что все-таки это того стоило. Уже скоро театр имени Максима Горького отправляется в гастрольный тур по Приморью. 6 городов и сел, 37 выходов на сцену, 10 спектаклей. Целый месяц артисты проведут, кочуя с одной площадки на другую. В путешествие отправятся с 10 постановками, 7 из них для взрослых, 3 – детские сказки. Актеры театра уже сейчас в предвкушении, ведь зритель из глубинки не так избалован яркими спектаклями. По опыту прошлых лет исполнители ролей с теплотой вспоминают оказанные приемы. В принципе, гастроли по краю для нас не ново. Мы всегда так или иначе по ним катаемся. Вот. Поэтому лично я с Боингом объездила половину края, даже, наверное, большую ее часть. И спектакль очень хорошо принимали. Сейчас мы едем в какой-то уголочек, в котором мы не были. Это тоже прекрасно, чудесно. И там совершенно другой зритель. И это, конечно, такое тепло, которое здесь... не получишь, оно чуть-чуть другое, несколько другое, потому что они не избалованные зрители, и это, конечно, очень приятно. Вернутся актеры в родной Владивосток к концу сентября. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.